ну иди сюда. Встань здесь. Ужас! Позор нашей семье! Посмотри на себя, на кого ты похож! Нормально все, папа. Что тебе не нравится? Да все вот это вот, вот эти очочки, вот эти вот твои дебильные, костюмчик, этот портфельчик. Тьфу, смотреть противно. У нас в семье все были военными. Вот твой прадед. Орел, генерал царской армии. Его до революции все уважали, все двери перед ним открывались. Не мое это, не мое. Плевать! Плевать! А твой дед, генерал артиллерии, красавец, мундир с иголочки, всеобщее почтение и уважение, профессионал. От него даже пахло всегда порохом. Ну что? Ну кто-то же, папа, должен был пойти по другой линии. Не перебивай отца. Посмотри на меня. Я генерал. Меня знают. Меня уважают. Со мной считаются. Я вхож в самые высокие круги. А ты кто? Ну кто ты? Кто? А я секретный академик. Господи, слушать противно. У нас в семье все, слышишь ты, все уже 5 поколений профессионально косили только под военных. И неплохо жили. Все документы как настоящие. Твоего деда даже похоронили с салютом. Связи наработаны, все схвачено, все. Папа, а это что это? Ну что это за художественная самодеятельность? Какой из тебя академик, когда ты даже школу толком не закончишь? Я тебя аттестат сам нарисовал. Заведут тебя, сука, на первой же афере и посадят. Тьфу! Не надо к...